Всем привет-привет! Меня зовут Ольга. Я рада вас всех приветствовать на этом канале. Сегодня я хочу с вами поделиться моими покупочками, связанными с уходом за лицом. Много было покупок сделано за короткий срок, поэтому это будет не одно видео. Приготовьтесь, это будет ряд видео, ряд роликов для того, чтобы мне поделиться с вами хорошими позициями, которые мне очень понравились, и что я могу вам порекомендовать. С недавних пор я очень тщательно пересмотрела свое отношение к уходу за лицом, много прослушала информации, много предсмотрела роликов и поняла, что никуда не годится. Если ты хочешь изменить свое лицо, кожу лица, да, то измени саму себя, то же самое, то начни. Начни изучать информацию и применять это в своей жизни. То, что я и сделала. За короткий срок я поняла, что я на правильном пути и могу вам советовать, рекомендовать. И моя кожа сказала мне «да, спасибо», она начала сиять, она начала регенерировать, она начала просто изменяться, сиять изнутри и так далее. Были много сделано покупок. В этом видео я хочу рассказать о покупках сайта iHerb. Пришла ко мне посылочка, я там заказала уход, кое-какие позиции. Все удачные, хочу с вами поделиться. И также там была покупка одного оксиданта, с которым тоже хочу с вами поделиться. Так что в других видео я расскажу покупки из Золотого яблока в преддверии Черной пятницы, там грандиозные скидки, тоже мне понравились позиции. Были позиции с аптеки и другие уходовые тоже позиции. Поэтому не забывайте подписываться на этот канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить то или иное видео, которое будет сейчас последовательно идти. Итак, приступим, усаживайтесь поудобнее, чаёк, кофеёк, наливайте свои любимые кружечки, у меня новая кружечка такая мимимишная, связанная с Новым годом впереди, и будем с вами знакомиться, рассматривать. Как и сказала, в этом видео мы с вами рассмотрим посылку сайта iHerb, и здесь были такие позиции, связанные с уходом, и можно сказать, с таким агрессивным уходом, потому что одна позиция – это кислота. Так как сейчас зимний период, зима, и всегда в зимний период я внедряю в свой уход, так сказать, антиэйдж такую, антиэйдж разработку для того, чтобы улучшить кожу, структуру кожи, это и кислоты, это ретинол, витамин С, ну и так далее. И, соответственно, мне пришлось заказать кое-что, позакончилось, и я заказала все, что я сейчас буду рассказывать, это новое, я уже попробовала, очень-очень я довольна всем, и хочу вам тоже посоветовать. И одна из позиций, это был оксидант. Значит, с него и начнем. Оксидант я заказала от марки Dr. Best. Это Qzym Q10 с высокой степенью всасывания. Здесь 120 мягких капсул. В каждой капсуле 100 мг. Что могу сказать, это биологически активная добавка, не задержит глютена. Значит, это натурально ферментированный Qzym Q10. Что Qzym Q10 делает? Он способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и выработке энергии на клеточном уровне, помогает восстановить уровень Qzym Q10, который уменьшается у нас с возрастом, и вследствие приема препарата для снижения уровня холестерина, то есть тоже способствует снижению холестерина, помогает восстанавливать энергию людям, которые периодически чувствуют усталость. И одна из причин, это явилась тоже для меня, почему я его заказала. Здесь он содержит экстракт черного перца, который улучшает, как я уже сказала, усвояемость и биологическую доступность. А другая причина, по которой я тоже его заказала, когда вы пьете, пропиваете то ли курсом, то ли, ну, может быть, как бы, кто как пропивает. Я курсом пропиваю омегу. И когда в парочке с омегой принимаете вы этот оксидант, то это будет даже плюсом, потому что они друг друга дополняют и друг другу способствуют хорошему усвоению. Тем более Qzym Q10 хорошо помогает усвоиться омеги в нашем организме. Я пропиваю омегу со всей моей семьей в 3 месяца, но Qzym Q10 мы пьем только с мужем, ребенок мой не пьет, я об детях сейчас не говорю.
И, конечно же, это хорошее улучшение состояния сосудов, сердечной, сосудистой системы. Конечно же, это энергия, то, что я могу посоветовать, и я это чувствую, это действительно так оно и есть. Если он не вырабатывается, этот оксидант у нас в организме самостоятельно, а чтобы ему быть, он захватывает наш витамин С, который накопился в нашем организме. Но отдавать витамин С на это, ну, как бы нет смысла, потому что витамин С нам нужно для иммунной системы, для нашей даже красоты и для коллагена, чтобы у нас все было достаточно витамина С в нашем организме. Поэтому дополнительно приходится пропивать такой оксидант, как Кюзим Q10. Также Кюзим Q10 очень важен для выработки энергии, сокращения мышц и синтеза белка. Поэтому как бы какие-то стресс, свободные радикалы, приемы статинов и возраст, они влияют на уровень Кюзим Q10 в нашем организме. Поэтому обязательно нужно его пропивать, тоже так же курсами. Вот поэтому я сейчас пропиваю. Присмотрите, Доктор Бест достаточно хорошая марка. Доктор Бест, Нау, я всегда рекомендую, мне они нравятся. Следующее, то, что сейчас мы уже пойдем по уходу. Следующее, то, что мне, я заказала, это была сыворотка. Достаточно хорошая сыворотка от марки Клэрс. Вот такая вот сыворотка, капли со свежевыжатыми витаминами. Здесь 35 миллилитров. Что могу сказать про эту сыворотку? Это сыворотка с эссенцией витамина С, экстракты сентелы азиатской, экстракты юдзу, экстракты грейпфрукта. Здесь витамина С, он содержится в аскорбиновой кислоте 5%. Это достаточно, ну, невысокая дозировка, бывает и выше, и 20, и 15, но это нормальная дозировка, тем более для начинающих. Такая вот коробка, очень достаточно все хорошо, и вот такой вот бутылечек с пипеткой. И вы скажете, почему витамин С содержится в таком бутылечке? Во-первых, он прозрачный, а не темный, как должен быть. И, соответственно, почему? И производители даже, ну, как бы, ну, не то что советуют, он разрешает хранить в домашних условиях эту сыворотку. А обычно витамин С мы должны хранить в холодильнике. Тем более это аскорбиновая кислота. Что могу сказать? Что производитель создал формулу, она даже запатентована, насколько я слышала, настолько хороша, что свойства именно витамина С, свойства этой сыворотки сохраняются, поэтому даже не нужно хранить в холодильнике. Здесь написано, что со вскрытия 12 месяцев мы должны ее использовать. Это достаточно хорошая сыворотка. Она вот такая вот, не жидкая. Эта консистенция не водянистая, а маслянистая. Хотя здесь нету ни одного масла. В составе нету ни одного масла, поэтому она, когда ты ее наносишь на лицо, она как будто ты наносишь, чувствуешь масляность такой. Поэтому она впитывается не сразу. Дать ей нужно поработать. Впитывается она в течение 15 где-то минут. Можно ее использовать как вечером, так и утром. Ну, многие используют вечером, но я использовала также утром. Только обязательно потом нужен крем с SPF. У меня SPF 50, даже то, что зимний период, но все равно. А здесь 5% для начинающих достаточно очень хорошо. И что могу сказать про эту сыворотку? Она очень классная, присмотритесь к ней. Но первое время, может быть, если у вас есть какие-то там высыпания или какие-то, может быть, ранки или еще что-то, она может покалывать, пощипывать. Но потом это все прекращается, не пугайтесь. Не краснеет ничто, ничего не шелушивается, никакие раздражения нету, все прекрасно. Но эта сыворотка делает свою работу. Она делает свою работу. Она, я вижу на своей коже осветление. У меня вот здесь были пигментные пятна, они, их сейчас нет. Кожа дышит, кожа сияет изнутри, все какие-то высыпания, они ушли. Ну, конечно же, наряду с другим уходом, обязательно как бы это все в комплексе. Но эта сыворотка с витамином С достаточно хороша, и я ее рекомендую, я уже ее использовала вот столько. Она очень классная, ну, в принципе, расход у нее минимальный. Я не могу сказать, что
ну, как бы большой расход. И эта сыворотка, она очень хорошо влияет на кожу. Я думаю, что как любую кожу там. Конечно, у кого жирная кожа, она достаточно вам покажется, что она может с жирным блином наложиться. Нет, вы знаете, дайте ей поработать, проникнуть в кожу, и тем более она после очищения, если вечерний ритуал ее внести, она очень хорошо питает и очень хорошо стимулирует кожу. Именно витамин С регенерирует вот коллаген, чтобы он работал. Очень классно все это происходит. Здесь за счет вот аскорбиновой кислоты, центелла азиатская, она подсушивает какие-то высыпания, она здорово, просто здорово убирает всякие вот прыщики, высыпания, помогает, стимулирует выработку коллагена. Также улучшает тон лица и нету никаких раздражений. Поэтому присмотритесь, это здоровская сыворотка. Я рада, что я ее прикупила и попробовала. Следующее, что я хотела вам рассказать, это тоже сыворотка. Сыворотка связана с гликолевой кислотой. Это сейчас будет бомба. Значит, гликолевый оксид 30%, марка Юс. Здесь 30 миллилитров. 30% гликолевой кислоты. Помимо гликолевой кислоты, здесь есть ретинол, зеленый чай. Это пилинг с гликолевой кислотой. Пилинг. Он хорошо помогает устранять морщинки, мимические морщинки, грубости, неровности кожи, а также для сужения пор. Это противовозрастная гликолевая кислота. Она способна бороться с видимыми признаками акне и шрамами от акне. Точно нужно соблюдать здесь инструкцию. Вот в этом гликолевом пилинге я могу вам советовать и, что могу сказать, изучить хорошо инструкцию. Здесь в коробочке была инструкция, бумажечка, правда, на русском там не было. И вокруг коробки то же самое, но в перевод вы можете тоже найти на iHerb, там все сказано. Гликолевый пилинг. Что я могу про него сказать? Это бомба. Это бомба, девочки, может быть, и мальчики. Вот такой вот тюбик, он с помпой. То есть вы не вскрываете, туда не поступает ни кислород, ни какие-то там микробы. Вы пропитываете хорошо спонжик этим составом и протираете лицо и оставляете. Желательно начинать с малого, 2-3 минуты, 5 максимум. А потом уже с каждым разом вы все больше и больше будете увеличивать. Я, значит, оставила на 5 минут, потом подумала, ну, я знаю свою кожу, она у меня достаточно твердая, толстокожая. Думаю, ну, почему бы и нет, еще на 2 минутки плюсом. Так я просидела 7 минут, смыла холодной водой, потому что холодная вода нейтрализует кислоту. Обязательно. И после этого мы обязательно увлажняем кожу, питаем кремом. Один из кремов я вам покажу, который я тоже прикупила, мне понравился. Итак, эта кислота, она работает просто на ура, но с ней нужно быть осторожным. Эта кислота на одном уровне с салонным пилингом. Я пробовала салонные пилинги, конечно, они такие достаточно дорогостоящие, и я рада, что у нас есть альтернатива, что мы можем делать это в домашних условиях. Но перед этим вы должны собрать полностью информацию, чтобы не навредить себе. И вы должны знать точно свою кожу, потому что я понимаю, что у меня кожа достаточно толстокожая, и я не первый раз внедряю кислоты, и в прошлом, позапрошлом году, и кислоты у меня достаточно хороши. Я уже в этот период я пользуюсь тоже гликолевый, у меня крем сайта Herb тоже 10%. Поэтому для меня, как бы, ну, конечно, я тоже опасалась, но для меня это было. Я понимала, что я делаю. И поэтому вот это вот 30% это очень много. Нужно быть осторожно. И когда я посидела 7 минут, немножко в некоторых местах, таких, где, может быть, остался там след от прыщика или там еще что-то не зажило, оно разъедает. Но все хорошо, никаких раздражений. Я, правда, пользовалась один раз, и его нужно пользоваться. Кто-то раз в месяц пользуется, кто-то там 2 раза в месяц. Я пока пользовалась один раз в неделю, и я вижу результат, я вижу, что как кожа улучшается, текстура кожи. Это очень классно.
Поэтому присмотритесь, ну, будьте осторожны в применении его. Я хочу попозже, когда уже достаточно времени пройдет, вам рассказать, какой же результат я получила и как рекомендую еще больше, нравится, не изменилось ли мое мнение. Вот такой вот пилинг я заказала, и, конечно же, его нужно еще поймать, потому что на сайте iHerb достаточно постоянно нету его в продажах, по каким неизвестно. Спрос большой, отзывы хорошие, что на витамин С и что на кислоту, на гликолевую, очень хорошие отзывы. И следующая позиция, которую я хочу с вами поделиться, я уже сказала, да, что после гликолевого пилинга обязательно нужно питать, увлажнять нашу кожу. И я могу вам порекомендовать один крем, с которым я познакомилась. Я услышала рекомендацию этого крема, на него тоже хорошие отзывы, и тоже его постоянно не бывает. Я его еле поймала. Рекомендация одного из блогеров. Очень классный крем марки Сукин, восстанавливающий уровень влаги ночной крем. Здесь 120 миллилитров. 120 миллилитров. Чем хорош этот крем? Этот крем не содержит парабенов. Это стопроцентно веганский продукт. И здесь много чего нету, нету, нету. То есть, ну, то, что не тестируется на животных, это 100%, да. И что могу зачитать, что здесь нету парабенов, нету минеральных масел, нету веществ животного происхождения, синтетических и так далее, и так далее. Полностью натуральный продукт, что очень важно. А рекомендует производитель наносить этот крем в ночной период, на ночь, чтобы за ночь питалась кожа, увлажнялась, восстанавливалась, тем более после ретинола, после пилингов. Очень классный крем. Но я его даже наносила в дневное время под макияж, просто давала ему поработать. Он не ложится пленкой, он не ложится жирным блином. Он достаточно хорошо впитывается, он хорошо так вникает, внедряется в кожу, что кожа становится гладкая, такая, вы знаете, мягкая, как, не знаю, как попка младенца, наверное, можно так с этим сравнить. Очень здоровский крем, мне очень понравился. Он такой вот светленький, беленький, не хотела лазить. Но вот такой, знаете, он такой даже достаточно липковатый. Ведь чувствуете, да, такой вот он. Как будто можно подумать, что здесь есть улиточная вот эта вот сыворотка улитки. Есть такие крема корейские, да, там от марки Amazon я пользовалась. Нет, здесь нету, ничего не связано с улиткой. Это марка австралийская, изготовлена в Австралии. Он стоит достаточно минимальных денежек, на него бывает и акция. А в данный момент там что-то 700 с чем-то рублей стоит, но здесь 120 миллилитров, насколько он долго хватит. И вот как раз после таких вот термоядерных процедур вот этот вот крем, он очень классный, очень здоровский крем, мне очень понравился, я могу рекомендовать. У них есть, конечно, там крема и дневные, но я заказала этот ночной, и, в принципе, можно его и на вечер, и на утро. Также я его наношу на все лицо и на глаза тоже. Ничего страшного, никаких раздражений, ничего не происходит, и все даже замечательно вообще. И последнее, что я хотела рассказать вам в этом видео, это такая покупочка была у меня экстренная в аптеке. Марка La Roche-Posay, это крем Effaclar Du. Вот такой вот крем. А я вынуждена была его купить, потому что мои высыпания, они меня просто достали на то время. У меня уже их нету, слава богу. Значит, эта марка, она достаточно... Это корректирующий крем-гель для проблемной кожи против несовершенств, под акне, повторного появления несовершенств. То есть, оно очень сильно мне, конечно, помогло, и я вам его могу ну, просто однозначно посоветовать. Стоит оно порядком около 1000 рублей. Здесь 40 миллилитров. Сейчас пользуется мой сын-подросток, у которого тоже высыпание. Я им пока не пользуюсь, потому что у меня все, как бы, слава богу, прошло. Что могу сказать про этот крем? Я услышала от одного из блогеров и решила попробовать. Ну, конечно, все должно быть в комплексе, наряду с уходом, с правильным уходом.
Двухэтапное очищение у меня происходит, и этот крем я наносила, его можно носить и утром, и вечером. Под макияж тоже хорошо идет. Хочу вам здесь зачитать, что здесь говорится, что это крем для жирной проблемной кожи. У меня не жирная кожа, у меня кожа нормальная, даже больше склонна к сухости, если неправильно за ней ухаживать. Да, а так она у меня нормальная. Здесь эффективные активные ингредиенты. Запатентованный тирамид эффективно препятствует образованию остаточных следов в виде красных или темных пятен. Этот крем помогает восстанавливать баланс кожи, помогает сокращать несовершенства, стимулирует клеточное обновление. Что и действительно так оно и есть. Это вот такой вот крем. Вы его наносите, он совершенно белый. Прям вот... Хорошо впитывается, не ложится пленкой, никаких там ни раздражений, ничего нету. Он очень замечательный, хороший такой у него запах, ну, аптечный. И очень хорошо помогает, подсушивает и действительно помогает работать с этими высыпаниями, с акне. Я вам советую, здесь там есть разные направления. Именно вот этот вот Эфаклар Ду, именно вот это вот название Эфаклар Ду, не пропустите. Рекомендую, у кого есть какие-то высыпания, проблемы с этим, попробуйте именно вот с аптеки. Ну, это, в принципе, все, что я вам хотела рассказать. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить пальчики вверх, если вас это не затруднит. И, пожалуйста, не пропустите следующее видео, потому что это еще не все. Есть следующие покупки, связанные с уходом, которыми хочу я с вами обязательно поделиться и посоветовать. Просто классно. Следующие покупки у меня были сделаны в Золотом Яблоке в честь Черной Пятницы. Активные там скидки. Кто не знает, бегите скорее, покупайте. И всем всего хорошего. Берегите друг друга, заботьтесь о себе, о своей коже. Всем пока-пока.